Ну, всем привет. И сегодня я покажу вам в Genshin Impact место, где можно встретить сразу 4 стражей руин. Да, сразу 4. Обычно они встречаются поодиночке. Ну, может, в одном месте, может быть, около 3 стражей. Но ты так с ними сталкиваешься, что сражаешься обычно с одним представителем. Это когда сразу с двумя получается. Итак, это место где-то здесь. Да, вот оно. Раз, два, три. Да вроде... О, еще четвертый. О, это тот... Это фрагмент из того самого мимо про девушку и сколько там негров. Просто атака. Атака каких-то... Атака, блин, титанов. Я к такому не был готов. Честно скажу. Идите нафиг, а? Идите в жопу. Разработчики, а? И вот то самое место на карте. Запомните. Тут еще можно реально много кристаллов добыть. И четвертый. Раз, два, три. Ну, где-то там. Ну и на этом все. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки.